Единственный представитель России в команде НХЛ, жительница Магнитогорска Алиса Кригер, приняла участие в конкурсе для болельщиков со всего мира NHL FanSkills и одержала в нем победу. Всего таких счастливчиков 15 из 6 стран мира. По условиям конкурса нужно было снять и разместить в социальных сетях короткий видеоролик, в котором надо было показать свою любовь к хоккею. О том, как с заданием справилась наша землячка, сюжет Кирилла Баканова. Камера, мотор. В начале апреля 12-летняя Алиса начала снимать на телефон свои трюки с шайбой. Одно из таких видео с согласия родителей девочка выложила в Инстаграм. Спустя 2 недели Алиса поделилась с мамой радостным событием. Она мне прислала уже ссылку на Инстаграм-страничку, где она явилась победителем. Ну, честно, было очень приятно и гордо за ребенка, что она и параллельно с ней довольно-таки взрослые люди являлись победителями. Она единственная, кто была из России. Ну, а потом уже местные новости огласили. Наша Уралочка, которая победила из Магнитогорска. Именно прославила Магнитогорск на сайте НХЛ. Алиса Кригер, ученица 6 класса школы номер 5. Клюшкой и шайбой владеет виртуозно. Все движения плавные, выверенные и точные. Девочка на протяжении 2 лет занимается хоккеем. А в начале сезона стала капитаном команды в хоккейной школе «Степные волки». О конкурсе, проводимом НХЛ, узнала из социальных сетей и решила испытать удачу. Когда я увидела новость, то, что я стала финалистом, мне это очень понравилось. Я была в таком легком шоке. Ведь я прославила Магнитогорск именно в хоккее в этом конкурсе. Тренировки дома проходят под пристальным надзором младшей сестры. Она помогает и наставляет Алису. Она всегда говорит, спрашивает, можешь покидать мне мячик? Иногда я соглашаюсь, а иногда нет. Это уже случается много раз. Иногда надоедает. Да, иногда надоедает. Вообще-то я ее тренер. С легкой подачи тренера Алиса показывает трюки, с которыми она вошла в число победителей конкурса хоккейных болельщиков. Бросок, еще бросок, и уроженец Магнитогорска снова блистает в НХЛ. Кирилл Баканов, Владимир Ровинский, телекомпания ТВИН.